Здравствуйте, с вами Поля. Сегодня я вам расскажу еще об одном фотоконкурсе. Если тема фотоконкурсов вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал Поли. Я каждый месяц рассказываю о разных конкурсах для фотографов и художников. И если эта тема вам интересна, подписывайтесь, чтобы не пропустить возможность где-то поучаствовать. Если мое видео для вас полезно, не забудьте поставить лайк. Это премия, как-то называется, Lens Культура в области черно-белой фотографии 2023. Поучаствовать можно до 18 октября 2023 года. Участникам должно быть от 18 лет и старше. Организатор – фотожурнал из Нидерландов. На конкурс можно отправить одно фото или серию. В этом случае ваша заявка должна работать как группа, тематически или эстетически. Там вообще, если вы отправляете одну фотографию, участие бесплатно. За каждое дополнительное фото нужно заплатить $10. Если будет 5 заявок, не объединенных в серию, просто 5 разных фотографий, то нужно заплатить $35. И серия максимум из 10 фотографий, нужно заплатить $45. Итак, вы поняли, что для этого конкурса нужно предоставить черно-белые фотографии. То есть, может быть, у кого-то есть, скорее всего, что есть. Либо, если у вас красивые цветные фотографии, я думаю, предполагаю, так что их можно, ну, это мое предположение, обработать в фотошопе и тоже отправить на конкурс. Так что, пожалуйста, участвуйте. Там будут денежные призы в размере $10 000 в виде денежных премий. Я думаю, что $10 000 просто разделят на какое-то количество победителей. Ну, в общем-то, тоже это неплохо. Так как можно даже бесплатно поучаствовать, я всем советую хотя бы по одной фотографии отправить. Я не знаю, буду ли я участвовать, но, возможно, поучаствую. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом конкурсе, заинтересовал ли он вас и планируете ли вы попробовать свои силы. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!